Привет, бандиты! Привет, все пацаны поколения 90-х! Мое видео для вас! И сегодня, ребята, я хочу с вами поделиться своими маленькими радостями. Сегодня у меня очень кушовый день. Ну, хотя я вам хочу сказать, у меня вся вот эта неделя очень кушовая. Очень такая удачная и хорошая. И сегодня, ребята, я получил подарок от Культлаб. Вы знаете, что у меня с Культлабом партнерские отношения. И вот сегодня я получил от них такой вот подарочек. Это вот эта вот майка. И, ребята, вот такие вот штанишки. Штанишки, ребята, не сказать, что ткань такая плотная, толстая. То есть они не зимние, они... Ну, можно в них летом ходить по улице, ну или для зала. Ну, а зимой они как толстовка. Если у меня гасповские штаны, я могу... подштанники легкие надеть и зимой в них ходить, и летом в такую в прохладную погоду. Ну а эти можно носить только или летом, когда тепло, или в спортзале. Спасибо тебе, Культлаб, за то, что ты признаешь мои старания, признаешь то, что я топлю за тебя и топить буду за тебя, я думаю, что еще очень долго. Итак, ребята, какое я сегодня хочу снять видео. Сегодня, кстати, хочу протестировать. Я еще написано Gatorade. Gatorade. Gatorade, что ли? Какой-то напиток. Короче, в фикс прайсе купил. Он улучшает выносливость. Здесь углеводы. Улучшает гидратацию организма. Ну, в общем, какая-то очень крутая штука. Сейчас я выпил 3 капсулы креатина 5-матричного, по-моему, там 5 разных креатинов. И сейчас я хочу проверить свою, даже не знаю, как сказать. В общем, хочу проверить себя на прочность. Увидел я у Войтенко, а вы все знаете, что настолько, насколько сильно многие Войтенко ненавидят, там Стероидмен, там еще ряд других блогеров, которые его обсирают, там кто-то пишет, видео какие-то снимает, личинка с Войтенко, ну, в общем, всякую херню про него собирают. Настолько же я и за этого чувака. Этот чувак мотивирует к тренировкам, по крайней мере, меня он мотивирует тренироваться намного больше, чем какой-нибудь топовый блогер, который натурал. Это однозначно на 3 порядка больше меня мотивирует к тренировкам и к съемкам видео Игорь Войтенко, чем какой-нибудь крутой блогер. Увидел я у Войтенко видеоролик тому, как он с топором. Топор — это чувак, который первым засветился, по-моему, на дневнике Хача. Ну, по крайней мере, я его впервые там увидел. Очень мощный чувак. Это, тут даже разговоров нет. И вот у него была заруба с Войтенко. Они жали за 5 минут. Им нужно было толкнуть гирю 2 руками, но чтобы в сумме получилось 100 повторений. Войтенко толкал гирю 16 килограмм, а топор, так как он помассивнее, он, по-моему, под 100 килограмм, может даже побольше, он толкал гирю 24 килограмма. Посмотрите это видео, заруба Войтенко против топора. Топор толкнул, по-моему, за 5 минут 140 раз, но могу ошибаться. Но Войтенко за 5 минут сделал толчок гири левой и правой рукой, все вместе 95 повторений. И вот мне пришла такая мысль, я хочу себя проверить, ребята, в этом. Я занимаюсь сейчас гирей, то есть тренирую плечи с гирьками. Следующая тренировка у меня, тренировка плеч будет, это будет джим-гирь с пола. Да, я все еще тренируюсь на полу, я все еще тренируюсь на ковре. Денис Зиновьев, тебе привет. Ты у нас самый охуенный пиздобол Ютуба, который практик-теоретик, это пиздец. Ну, в общем, ребята, хочу проверить свои силы. И сейчас я буду делать толчок гири 16 килограмм. Ставлю 5 минут, и за 5 минут мне нужно сделать... как можно больше повторений. Не буду я ставить определенную цель, там, сделать 30 повторений или 40. В идеале, конечно, если ты будешь делать подход, ложишь на пол и отдыхаешь, потом делаешь еще подход, я уверен, что в
В такой манере я, скорее всего, наверное, 100 повторений быстро наберу, но я хочу попробовать, ну, по крайней мере, до скольки смогу гирю не опускать на пол. Если смогу сделать все 5 минут, не опуская гирю на пол, то для меня это будет очень хорошо. Если не смогу, то будем стараться, может быть, к Новому году еще раз сделаем эту же зарубу меня самого с самим собой на 100 повторений за 5 минут. Ну, в общем, ребята, давайте. Поставил я таймер на 5 минут, 5 секунд. Сейчас пока уберу стульчик. Камеру сделаю повыше, чтобы видно было хорошо. Ну вот, ребята, давайте попробуем. Сейчас выпьем этого чудо-напитка, который нам поможет сделать большое количество повторений. Гиря будет не выжиматься, а толкаться. Поэтому это будут толчки. Так, 5 минут 2 секунды. Нажимаем и поехали. Ребята, по-моему, 70 раз.
Ребята, смотрим. Так. 9, 9, 0. Еще минута, 9 секунд. Минута, 9 секунд еще. Переписывался я со спортивным дедом. Спортивный дед, тебе привет. Писал я тебе об этой своей идее записать такое видео. Вот, если я не сбился, если я не ошибся, у меня что-то в районе 2 минуты 50 секунд, наверное, ушло на то, чтобы поднять 100 раз толкнуть гирю. Но я все-таки до того, как я вот сам попробовал, смотрел видео Игоря Войтенко, я почему-то уверен был, что это очень тяжело. А сейчас я начинаю подозревать, что вот эту вот кислую мину, вот этой вот тяжести на лице, что-то мне кажется, Игорюша Войтенко, ты наигрываешь, чтобы через 2-3 недельки нам выжить, толкнуть эту гирьку там минуты за 3, а может быть даже за 2, и рассказать нам, какой у тебя охуенный прогресс. В общем, я думал, что будет намного тяжелее. Пустая бутылочка. Но выносливость, ребята, я скажу, работает на все 5. Выносливость, забиваешься. Сердечко работает. Так вот, ребята, штаны и маечку мне сегодня подарила компания Cult Club. Может быть, она меня зарядила этим на такой результат. Выполнил я 100 толчков 16-килограммовой гири за 2 минуты 50 секунд. 2 минуты 51 секунду. Ну а на этом я свое видео, ребята, заканчиваю. Употребляйте только правильное спортивное питание. Любите, балдейте. И верьте в то, что если вы будете полезным, если вы будете эффективным для какой-то компании, то вас обязательно заметят на YouTube. Любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. А мы с вами уже очень скоро увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока, ребята!